Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем делать вот такой подсвечник. Для его изготовления мне понадобится пруток квадрата 12 длиной 50 см, два кусочка пластины для основания чашки, фактурник и такой кондуктор. Сейчас нагреем пруток, отфактурим его и придадим ему нужную форму. Теперь сделаем основание подсвечника.
пришло время чашечки для свечи. Наши детали готовы, осталось все собрать и зачистить. Подсвечник готов. Спасибо за просмотр. До новых встреч!